Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего нового игрового канала. И многие распинались, что не понравились текстурки, которыми я пользовался. Ну, я сейчас их при вас сменю, так как я проводил опрос ВК. Вроде бы эти рекомендовали, но не знаю, посмотрим, как на эти отреагируют. В общем, я начинаю вторую серию летсплея. У меня, в принципе, есть уже пещерка, в которой есть уголь, железо. То есть уже можно спокойно собирать железный сет вещей. Грабли я все равно сделаю каменные. И думаю обзавестись где-нибудь фермой дерева. А если получится, я хочу выращивать деревья у себя под, ну, над домом, над пещерой. Если это получится, это будет просто прекрасно. Да, кстати, немного я игрался с настройками, так что сейчас их немного поменяю. Вот так вот. Угу, все. Так. Ах. Нужно перезагрузить. Не, ну, вроде бы не лагает. Не, ну это вроде бы можно и до лучших времен оставить, ну ладно, посмотрим, будет лагать или нет. Сейчас сделаю себе железную каменную кирки. Каменная вроде есть, конечно, но все же. Так, ох, у меня куча всего в инвертере. Так, начинается опять подлагивание. Ну, надеюсь, это не помешает мне нормально провести свой летсплей. Так. Как мы видим, текстурки, кстати, довольно-таки прикольные. Больше, я бы сказал, реалистичные. Ну, все текстуры на любителя, то есть, кому какие нравятся. Эту текстурку я взял из комментариев в своей группе, скачал из комьюнити. Да, нашел у себя в городе Wi-Fi. Это практически нереально было. Да елки ж. Так. Да, кстати, у многих не стакается трава. Я тоже с этим сталкивался. Как я решил проблему, это лично мое решение. Семена и семена из нестакающейся травы собираются в стаки. Конечно, семена травы никому не нужны. Печаль, беда. Никому они не нужны. Никто их не любит. Так, это у нас. А в принципе, мы можем уже делать вполне приличный лук. Вот. Начинаются опять те же лаги. Так. Так, надеюсь, лаги... О, лаги вроде перестали идти. Так, сейчас мы немного развешиваем тут лиан у себя. Да, немного не так. Так, вот сюда и сюда. Да, вот так будет значительно красивее. Так, еще немного помучаемся сейчас с инвертарем. Ох, опять начинаются эти лаги. Делки, я же их сюда помещал. Вот. Ну вы же сами видите, что с такими лагами в инвертаре лазить практически нереально. Так, кобблстон сейчас трогать не буду. Землю перемещу. Переместил я землю. Так, птичка. Нет, стоп, птичка мне нужна будет. Фу, это нереально просто с этим так играть. Вы сами видите, что лаги действительно надоедают и по-жестокому, честно говоря. Так. Thank you.
Сейчас сделаем каменную кирку. Это отложим в сундук. Вот. Оно само сейчас перемещало. Я думаю, еще один сундук скрафчу. Сейчас я и скрафтю. Так, скрафтим сейчас сундучок, потом, да, прорубим немного места, еще нужно место под печку освободить. Хотя, сделаем по оригинальному. Печки будут сразу над сундуками. Да, конечно, логика железная. А хотя, даже вот так можно сделать и три печки так в диагональ поставить. Будет, по-моему, красиво. Ну, это уже кому как. Так, это нам надо сейчас. Так, еще нужно сделать забор будет, чтобы оградить себя от всякой напасти. И сделать ферму. А сейчас пока что будем тупо копать железо. Также, кстати, хочу напомнить, что еще идет конкурс на эпик карту на прохождение от меня. Приз, за которую 4 голоса. Да, смотрите в моей группе подробности, скидывайте в личку и обязательно в обсуждение в моей группе ВКонтакте скидывайте те работы, которые будут присылаться только мне в личку, приниматься не будут. Только те, которые были скинуты в обсуждение в группе. Обсуждение называется «На конкурс». Надеюсь, многие поймут, что именно туда нужно скидывать работы. Я еще и сделаю ссылочку в шапке группы. Ну, то уже не сразу. Так, опять начинаются эти лаги. Не люблю я лаги, ну блин. Кто их любит, в принципе? Так. Где-то там был уголь. Я точно помню. О, вон уголь. И вот железо. Так. Железка, ладно. 15 железки пока что хватит. Ну, да шо ж ты лагаешь? Эй. Не, это уже было слишком. На касание практически не реагирует. Этого я не нажимал. Так. Копает само от фонаря. Серьезно. Сейчас я реально даже не касаюсь сенсора. Вот, прошелся. У меня только один палец сейчас. А, ну уже второй. И не хочет читать касание, ёлки. О, наконец-то начало считывать, блин. Кстати, кто знает проблему, я на старом канале выкладывал видео. Я перезалью его еще и на новый канал. Что какие у меня лаги просто жуткие иногда бывают. Если кто-то знает, как справиться с этим, пишите, пожалуйста. Буду рад, честно говоря, очень, если поможет кто-то мне избавиться от этих лагов. Возможно, даже голосов подкину. Так, а мы продолжаем собирать. Ну, пока что, в принципе, стак угля есть. И еще 2 на факел. Так. Ну, еще чуть-чуть угля подкопаем и пойдем выстраиваться. Потому что домик нам нужен получше. Так, у меня только 8 булыги. Так, все равно на печку нужно только 8. В этом летсплее я, наверное, буду обустраивать полностью свою пещерку. Так, печка есть.
Наверное, я поставлю таки несколько печей. Как раз по диагональке. Так, эту дырку закроем. Вон там еще железо внизу есть. Да, есть. Так, срубим эти лианы. Так, рубить лианы нужно с нижних блоков. Ну. Сэм. Хватит лагать. Он опять залагал. Ёлки. Вот это иногда в самый неподходящий момент проскакивают такие лаги. С ними играть адекватно невозможно. Не, ну а про неадекват никто не говорил. Так. Вот. Это что было? Вообще рандомно перемещается все. Да елки. О, наконец-то. Началось плавиться железо, а мы пока нарубим еще камня. Так, нужно по-любому нарубить камня. Ой, глина тут еще есть, походу. Это глина или что? Или песок. Так, глина. Да, неплохо. О, еще и лаймстоун есть. Блин, это просто супер находка. Просто супер пещера, елки. Это действительно просто супер пещера. Я карту потом скину, потому что я уверен, что многие думают, что я читерю. Потому что такой разброс ресурсов. Я сам иногда думаю, что я читерю, потому что... Ну, практически нереально, чтобы такое выпало, но честно, друзья, я играю без читов, без переходов в креатив, это мой, можно сказать, принцип. Так, что-то еще промелькнуло, ага, гравий. Так, вон еще гравий есть. Так, и вон там. Чего же он гравием блоком выпадает? Ну ладно, о, камешки. Так, вот. Стал бы я ставить гравий у себя посреди пещеры. Так, нужно сейчас поспать. На этот раз спать будем на сундуке. Доказывая, что и на сундуке спать можно. Так, наверное, затянется обустройство нашей пещеры еще и на следующую серию. Мы выспались. Так. Так, время покушать. А что у нас покушать есть? Угу, целый шишкин нос. Эти лаги. Даже кнопка назад не работает из-за них. Это нереально с ними играть, честно. Блин, в следующий раз буду играть с белыми точками, потому что нереально просто так вот играть. Блин. Нет, не прошло. Так, на этом я закончу серию, если
Оно нормально все закроется. Нет, нужно собрать все это. Вроде бы на какой-то момент отлагало, но вроде бы и нет. Так. Нет, не отлагало. Так. Еще и кнопки что ли не работают? Да вы серьезно что ли? Или это только мои касания не считаются? Ладно, все. Я заканчиваю эту серию. Классный лаг. Прыгающая пшеница. Супер. Мечтал всегда о такой. Вроде бы отлагал. Блин. Не, ну с этими лагами действительно невозможно играть практически. Так. Это если я сейчас открою этот сундук, начнется опять издевательство надо мной. А не, вроде бы все нормально. Пока что. Сказал же пока что. Так, на этом я закончу эту серию, продолжу в следующий раз, в третьей серии, потому что так играть, честно, мои друзья, нереально. В общем, до третьей серии, еще и кнопки не работают, красотень. До третьей серии, условия конкурса читайте в моей группе ВКонтакте, подписывайтесь на канал, удачи. Он еще и 100% батареи показывает. Я офигею.